Вот еще что забыла я сказать. Глеб очень хорошо стал понимать слова «Глеб, пойдем домой» или «Глеб, я пошла». Мы когда гуляем на улице, и, допустим, уже слишком поздно, я ему говорю: «Глеб, я пошла домой». Он сразу бежит, чтобы я без него не уходила. В общем, он эти слова очень хорошо стал понимать. И потом, вчера буквально мы качали Мишку на качели. Я ему говорю: «Пойдем, Глеб, Мишку покачаем на качели». Посадил медведя туда и качал. Кач. Ну, буквально, может быть, минуту, но все равно интересненько так. И потом нам папа соорудил песочницу. Мы скоро вам покажем, как мы лепим куличи. Все, пока.